положить, ставим не бьющую руку. Нам нужно сделать максимально плотное движение, касательно. Так, чтобы пальцы пошли вперед. Быстрое движение. То же самое. Давайте с мячом делаем. Не-не-не, я имею в виду предыдущее упражнение. Да? Такое же движение. А только не вперед. Вверх. Ближе к себе. Вот вы совершаете, еще раз смотрите, я могу за тренировку сказать каждый раз, тысячу раз, вы подбросите мяч, пока вы не будете делать, ничего не понимаете. Да, я также буду говорить, вы также будете бросать после себя мяч далеко. Бросайте ближе к себе. И как только я буду начинать говорить, что вы бросаете мяч, вы начинаете себя бросать дальше. Только так, давайте, ближе к себе подбросим. Тогда будет что-то меняться. Быстрее движение в мяч. Ближе к себе, Алис. Чуть от сетки отойди, Лер. Показывай себе руку. Впереди, вот, да. Не в стороне она должна. Впереди, показывай, впереди. Если мне нужно толкнуть вот этот столб,
Да? Мне недостаточно подойти к нему вот на такое расстояние. Я его касаюсь, но эффективно на него воздействовать я не могу. У меня не хватает амплитуды движения с этим снарядом. Да? Если я подойду ближе, у меня амплитуда увеличится. Да? И отсюда я могу его эффективно толкать. То же самое с мячом. Если вы мяч обрабатываете слишком высоко, вот здесь нет амплитуды движения со снарядом. Если вы мячу позволите опуститься чуть пониже, здесь уже у нас амплитуда есть. Соответственно, не пытайтесь на максимуме здесь начать взаимодействие с мячом. Опускайте его ниже и делайте виды. Так, сейчас. Давайте чуть пойдем. Выходя из низкой стойки, нам нужно сделать передачу и нападающий удар. Среднюю стойку. Делаем подброс передачу. Сейчас на собственных ногах. Делаем накатим против. Средняя стойка, да, ноги собраны. Делаем подброс, передачу снизу, дошли до мяча. Делали накат такой же, как мы сейчас сделали. Подброс. Поехали. И также. Вниз, раньше, вниз уходим раньше. Дойти, добежать до мяча. Передачу сделали, добежали до мяча. Ноги не разгибать. Сгибай изначально. Основная проблема у нас с дохождением до мяча. Поэтому, если вы делаете передачу и выпрямляете ноги, вы сами создаете себе эту проблему, потому что на ногах я сейчас выпрямляю на вас. Передачу. Сначала опустились. Делаю подброс передачи на средних ногах, затем до мяча делаю ноги. Да. Ноги у нас все время подсветки. Ногами до мяча. Быстрее, движение ногами быстрее. Заходим. Стоим ниже, на передней ноге вес тела, на передней ноге вес тела. Не успеваем. Передача чуть повыше. Так. Дайте себе шанс успеть дойти до мяча. Сделайте чуть выше передачу, да, и ногами быстрее дойти. Вверх,
ноги не выпрямляйте. Пока это не нужно. Выше, выше, выше передачу, чтобы дойти ногами. Теперь мы добавляем одно касание в защите. А потом ловим мяч. Давай, Олег, ты делаешь? Да, Лев, ты готовишься к защите. Стоечку. Не, там же, там же. Да, хорошо. Ты в руки старайся. Ты в защите одно касание, ловишь мяч и в обратную сторону. Вопрос, передача. Ты готовишься к защите. И дошла. Двумя ногами, двумя ногами. Встаем. Встаем наверх. Ноги не выпрямляйте, ноги никогда не выпрямляйте ноги. Сейчас пока это не нужно. Вот. Все носок. Начало до конца. Все носок. Научиться как можно быстрее переставлять ноги. Соответственно, мы делаем переступание через ленту на мысках, левой, правой. Нами помогает. Теперь другой ноги. Начинается экономия шагов, и вы делаете примерно вот так. Нужно сделать. Передачу мы сделали. Шагами почти вышли под ним. Поехали. То же самое применяем здесь. Стараемся максимальное число шагов сделать. Так, теперь смотрите. Если получается после обработки мяча сделать себе передачу, вы непрерывно держите мяч в три коса. А? Да, уже без лома. То есть защиту обработали, поняли, что возможно сделать второе касание, добежали до мяча, сделали второе касание, вышли, накат в обратную сторону. Три касания, держим мяч. Поехали. Парень, чтобы не держать попадать. Ногами. Не выпрямляй ноги на согнутых ногах. Давайте. На согнутых ногах, на согнутых ногах. Вот здесь происходит то же самое. Смотрите, вы когда выпрямляете ноги, вы не контролируете на самом деле высоту, да? И вы пытаетесь сделать вот это. Вам нужно, чтобы мяч сюда опустился, на согнутые ноги, вот сюда. А вы пытаетесь играть мяч вот здесь. И еще меньше, еще уменьшаете себе амплитуду движения с плечом. Наоборот, на согнутых ногах, вот здесь вот. Пока нам высота не нужна. Пока нам нужен контроль мячом, который осуществляется на согнутых ногах. Так, если неудобно, ловим, да. Опять вышли вверх. Ниже. Так, ниже. Опять прямые ноги. Как я прям разлёг. Неудобно? Не выпрямляем ноги. Так, смотрите, для того, чтобы перестать пытаться. Давайте, мы делаем. Минимально.
минимальную по высоте передачу. Здесь, смотрите, что мяч у нас все время падает сверху, вниз, да, под действием силы тяжести. Чем ниже мы умеем обрабатывать мяч, тем больше мы времени себе даем на нахождение до мяча, на обработку мяча. Да, поэтому чем ниже вы умеете это делать, тем лучше. Вниз шагами. Чем ниже, тем лучше. Чем выше, тем лучше. Ногами, ногами, все время, ногами, ногами, ногами. Приносим середину и встречи ногами к мячу. Руки не сгибаем, Алин. Руки все время прямые. Обнаружили непривычное для себя движение, хорошее. Обнаружили непривычное для себя движение. У нас задача как можно быстрее сделать это движение привычным для себя. Все, тогда проблем с этим не будет, вы будете просто обрабатывать. Все понятно, куда мы двигаемся? Поехали. Опять это упражнение то же самое. Вот постарайтесь на этой высоте первые два касания сделать. Ногами двигаемся, двигаемся, не стоим, не ждем мяч. Мяч не прилетает в руки, нужно ногами дойти. Так. Ногами, ногами, ногами идем. Не, вы просто Лера вам по очереди, а вы Лере по очереди. Ну, если... Там, поймали, ничего страшного, да, передали друг другу мяч, передачу сделали. Вперед, не делай перед этим. Вверх. Иди, дойди, дойди ногами. Ногами, ногами, ногами. Хорошо. Ногами больше движения, больше движения. То есть смотрите, вот здесь у вас движение уже более-менее получается. То есть для того, чтобы применить его, вам нужно просто ногами принести вот эту конструкцию к мячу, а когда вы ее не приносите, у вас мяч где-то в другом месте, и все, заломается. Поэтому ногами давайте, ногами работаем. Не выходи наверх, все на согнутых ногах. Да-да, на согнутых. Держи мяч, свет, держи свет. Если есть мяч, выходи, я буду бросать. Давай, вы. Ближе к себе передачу. Давай, заходи, заходи. Три касания. Даже если вы лишнее касание делаете, нет, ничего страшного. Давай, заходи, заходи. Вот, вот, ногами, 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 ногами. Давай, 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 давай. Молодец. Еще одно. Давай, в защите можно. Не выпрямляем ноги. Все на согнутых, доходим до мяча. Вставляем мячом. А? Не выходи наверх. Носок, 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 носок. Выпрямляешь.
достаешь голову. Игры идеально. Ногами. Шустрее, шустрее ногами. Так, Лерн бежит. Любой мяч в защите поднять. Выпрямляешь ноги, из-за этого не получается. Неудобно ловить. Ну, блин, на месте. Внизу, опять ноги прямые, почему? Ниже стой, ниже. Значит, смотри, основная концепция. А у нас организм в автоматическом режиме настроен на выживание. Да? На то, чтобы не устать. Вот если вы его не заставляете делать какие-то правильные вещи, которые нужны нам для пляжного волейбола, для техники, для там, пляжного волейбола, он делает то, чтобы не устать, все, чтобы не устать. Соответственно, он не будет делать лишний шаг. Затянулся там, касание сделал, ну нормально. Нам нужно качество, да, поэтому каждый раз мы должны выходить. Нам давайте сделаем это. Главное, наклон на платформу, да, и как можно быстрее ногами выйти под ним. Да, будет ощутить. Вот думайте про это. А, так, теперь идем на ту сторону. А, давайте, у нас один здесь. Что делаем? На катере игрока. И доводишь мяч сюда перед собой. Вот, да. И выходишь. Все время смотрели, да, быстрее опять, ногами. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходи с собой. Зашла. Зашите. Снизу, снизу, снизу. Ноги потом прямые. Готовимся. Стоп, вверх, вверх, вверх. Надо вверх. Как вы считаете, игроку, в какую сторону проще дойти до мяча, вперед или назад? Поэтому если ты здесь делаешь, сделать один шаг вперед, спокойно будет нападать. А если ты на голову сделаешь, не важно, не важно. Работаем дальше.
конечно, друг другу, да. Ноги. Это то же самое. Я могу вот так вот тренировать и одну тренировку, вторую тренировку, третью, десятую, сотую. Тоже пока вы не будете делать, качество сильно не поменяется. Давайте, сгибаем ноги. И вкладываемся, потом отдыхаем. И поднимаем руку заранее. Левую ногу вперед. Здесь как раз вот эта проблема, да? Которая подсела на эту ногу. Thank you.
делаем, делаем. Вот пока вас не устроит качество, не устроит точность нападающего удара, вы это делаете, делаете. Да, вот так делаем. Так, поехали, давайте. Давайте на эту сторону. Так, нет. Так. В согнутых ногах самое главное. Да? Мы делаем передачу над собой и накат. Ноги заранее включаем. Ветром снесло влево. Перед собой. Перед собой. У тебя задача. Да, перед собой. Не доводи в игрока. Перед собой. Лево, у тебя задача. В момент зрительного касания ты находишься здесь. И только после касания бежим вперед. Идешь. Вперед. Здесь останавливаешь. Дальше двигаешь после касания. Траекторию, Алин, сделай. Другой мяч возьми. Траекторию сделай. Должна быть некая последовательность действий. Да? Если мы будем тратить время на то, чтобы смотреть, а как мы довели, а как мы сделали касание, а что мы сделали, да, у нас не будет времени на следующее действие. Лера, у тебя, когда ты сделала касание, ты на мяч повлиять уже не можешь. Да? Как сделала, так и сделала. Ты сразу должна бежать в обратную сторону. И если мы делаем это, все, мы теряем касание время. То же самое, когда вы работаете в игре. Да, вы довели мяч и смотрите, а как вы довели? Вам нужно бежать уже в атаку, преодолевать их 5 метров расстояния. Вы смотрите, как я там довел. У нас есть последовательность какая-то действия. Давайте выполнять. Поехали. Зубы вниз. Ноги согнуты, согнуты у всех ноги. Ниже касания, ниже, ниже, ниже. Все касания, ниже. Ниже касание, ниже, Лера, почему ноги у нас опять? Потому что, представь, ты даешь пас Кириллу, который сейчас прижимает. Потому что привычка дурацкая. Еще раз до потери мяча.
должны, какое упражнение мы должны делать